Да и что говорить, к идеальным я вряд ли причастна. Да и раньше бывало, я могла просто так нахамить. Да и раньше бывало, я брала свой рюкзак и линяла на край города, гордо, одна, чтобы поговорить. Просто так, просто вслух обо всем, свесив в кедах ноги, наблюдая, как поезд развел навсегда людей. Наблюдая, как дедушка спиртом себя изводит, а, возможно, был успешен и полон идей. Просто каждый наш шаг и вправду непредсказуем, и это не так-то уж просто однажды взять и принять, что вчера еще мы с отцом взахлеб мои планы рисуем, а сегодня звонят, что не смог проснуться сказать. Кто-то ждал и встречал самолет, что не смог вернуться. Кто-то, переходя дорогу, увы, не дошел. Кто-то столько достиг и дозой к чертям свихнулся. Навсегда, понимаешь, только туда ли он шел. Да и что говорить, в одночасье жизнь может рухнуть, и станет холодно, тихо, больно и очень темно. Там, внутри нас, есть огонь или угли, и огонь этот верой горит, чтобы было тепло.